Его война в Украине – это война, которую развязал человек, вокруг которого был сложен культ мачо, да, мачоистский культ. И именно поэтому это так сильно обидело многих людей в России, потому что, ну, они действительно десятилетиями вокруг Путина выстраивался культ мачо. Ну, если помните вот эту песенку «И я хочу такого, как Путин», да? Вот такой вот идеальный, крутой мужик, да? «Хочу такого, какого?» Песня перечисляется. «Полного сил», да? И выстраивался такой культ, который там летает со стрехами, который ныряет за амфорами на дно залива, который там водит через Дальний Восток Ладу Калину, который снимается с тиграми, который, голым на коне. Помните, недавно, когда был саммит. А на катере есть замечательная картинка, да, где он на катере мчится, такой, знаешь? Да. И вот создается такой образ вот этого крутого мачо, который, опять-таки, согласно вот такой вот мифологии, это человек, который не стареет. Ботокс под мугу. Это человек, который не болеет. Это человек, который не может подставить плечо, чтобы ему делали прививку от коронавируса, потому что коронавирус ему не опасен. И, понятное дело, выстраивался именно такой культ крутого-крутого мужчины. И вот этот культ крутого мужчины, он создавался многие годы. Когда вот на саммите представителей стран Большой Семерки они говорили о том, что давайте мы тоже разденемся, чтобы мы показали, что мы жестче Путина, да? Что мы, Путин немедленно отреагировал, что они могут раздеться сверху и до низу, или снизу, и вообще они для этого им надо работать, больше заниматься спортом, вот для того, чтобы быть таким, как он. Правда, если мы посмотрим на Трюдо, то он выглядит куда более спортивным, чем Владимир Путин, но вот этот сам миф, эта сама мифологема и создает такую логику. И понятное дело, что если именно так это все строится, то создается вот такой вот стереотипный образ вот этого настоящего крутого мужчины. Именно поэтому в этот образ, допустим, не вписывается семья. Даже когда у Путина там была жена законная и дочери, обычно ведь во всем мире лидеры фотографируются там с женой, рассказываются о жене, она является частью имиджа. Но вот для именно такого культа альфа-самца, он альфа-самец всей России, жена в данном случае будет мешать для его женского электората, которые тоже хотят такого, как Путин. И поэтому... Ну, Давид, вы хотите сказать, что он расстался с женой из-за того, что это мешало его электорату? Все-таки, по-моему, немножко причина в другом. Может быть, он из-за этого жене давали гораздо меньше места, чем обычно дают первой леди в разных странах. Да? И поэтому, опять-таки, дочерям не дают гораздо меньше. Мы знаем, дочку Трампа, мы знаем сыновей Байдена и дочку Байдена, мы знаем. Мы знаем, сыновей Нетаньяху, к сожалению, слишком хорошо. И знаем его жену. Но вот большинство россиян вообще не имеют представления о том, кто они, дочки Путина, и что они, и так далее. Этого нет. Почему? Потому что создается вот такой образ главного альфа-самца, который альфа-самец всех женщин России.